Вітаю вас. Це театральний клуб «Третій дзвінок», у якому ми зазвичай із практиками театру говоримо про все найбільш цікаве з того, що відбувається у сучасному театральному процесі. І сьогодні тема нашої програми – акторська режисура. Зазвичай цей термін звучить з уст критиків і режисерів з відповідним дипломом, якщо не зневажливо, то принаймні із деяким застереженням. Режисура, але не така, інакша. А ось яка саме і чому актори йдуть у режисуру, ми з вами дізнаємося, поспілкувавшись із гостями нашої програми. Третій дзвінок, і ми починаємо. Ігор Миколаївич, у мене перше запитання буде до вас. А от акторська режисура, яка вона? От на смак, на подих, на погляд. От чому її вирізняють? Ви подивіться. Ну, є ще, звичайно, дуже рідко. Є режисура художня, коли художник іде в режисерську професію. Є навіть критик іде в режисерську професію. Дві вистави там поставить, відчує на собі, що це таке, і вже потім з острахом критикує. А акторська професія в режисурі? Режисура, ну, чесно говоря, я проти цього терміну. Я його не розумію і не приймаю. По той простой причине, что режиссура есть режиссура. Каждый режиссер имеет свое лицо, если это лицо. Вот. И занимается своим делом. То, что он пришел из актерской среды, это другой вопрос. Это вопрос того, что я рад этому обстоятельству, потому что я знаю больше. Честно вам скажу, знаю больше, чем режиссеры, которые сразу шли на режиссерский и заканчивали. Мне так кажется. Опять-таки, это мое личное мнение. Но что касается термина актерская режиссура, я опять-таки повторюсь, я к нему, в общем-то, никак не отношусь. Добре, якщо говорити не про термін, а от взагалі акторська режисура, актор, який приходить в режисуру, він може трошки більше сконцентрований на житті людського духу, на образі саме акторському, на персонажі, і, скажімо, він менш привітний до театру, більш умовного, з якимось там розмахом умовності в оформленні, в музичному оформленні. Чи немає такої залежності, Тарас? Ну, мені здається, що всі повинні бути сконцентровані на житті людського духу. Просто от я недавно зустрівся з однією молодою людиною, і цей хлопець після школи, скільки у нас там, в 17 чи в 16 закінчують тепер. І він каже, я вступаю на акторський, чи не могли б ви мене прослухати? Я його готував, а потім каже, там дуже великий конкурс, чи не піти мені краще на режисуру? Я кажу, це різні речі, як... І він вже вчиться. На режисурі? Так. В 17 років? 17 років. Значить, в ньому щось таке розгледіли. Є дивні речі, а просто... Ми краще ніби знаємо, так, це акторське нутро і цю всю природу нашого існування. І коли ти сам переживав якісь такі речі несправедливі, коли режисер щось тобі там вигадав, воно абсолютно ніяк не в'яжеться. Ну, це покаже згодом час і глядачі, які не будуть ходити. Але в даний момент тобі ж кров псують. І от це знання, мені здається, що це в першу чергу велика увага і любов до актора. Коли ти починаєш розуміти, як же ж це. А потім, коли ти не припиняєш все ще бути актором, але вже якось і режисер, ти розумієш, боже мій, що доводиться переживати режисеру. Режисер, вже починаєш співчувати йому. І тільки актор каже так, я кажу, добре, буде так, хочете так. Розумієш, як це все зібрати докупи, це ж розповзається постійно. Це немислимий труд. Ех, одважусь я... У пекло. На три дні. Піду на Тамань, пристану до чорноморців і хоч із мене козак, можливо, і не показний буде, але є ж і негідніші від мене. Ех, люблю я запорожців за їхню вдачу, вони коли не п'ють, так враги б'ють. Отак я з чорноморцями буду горілку пити, тетерю їсти, люльку курити і черкесів бити. Зачекай. Чекаю. Треба ж приховати, що ти письменний. А це з чого? У них, кажуть, з розумом не треба висуватися. Кириле, а чому ви свого часу пішли з акторської професії в режисерську? Ну, теж ви залишилися в акторській професії, але почали займатися режисурою. Чому? Яка причина? Що до цього підштовхнуло? Ну, це взагалі питання дуже складне. Ми так його підняли. Я согласен, що термін «акторська режисура», мабуть, ну, для того, щоб якось назвати. Тому що... Настоящий артист и настоящий режиссер – это вообще товар штучный.
режиссер – это профессия, а актер, который пошел в режиссуру, это скорее явление. Ну, то есть, как цунами. Это не профессия. Тобто його треба пережити, так? Нет, я думаю, что коллеги-актеры, которые пошли в режиссуру, со мной согласятся. Актер, который решается на постановку, это потому что молчать нельзя. А режиссер, который идет в режиссуру, это человек, который умеет ставить спектакли по заказу. Его работа такая, профессия. Он должен уметь поставить любую пьесу, найти к ней ключ. И, в общем-то, это его призвание, что ли. Актер, с моей точки зрения, который решается на постановку, первый импульс, ну, в моем случае, это не могу молчать. То есть мне так хочется эту историю рассказать, что я в этот момент не думаю, что я актер, который пошел в режиссуру, и мне тесно в моих рамках. Просто вот что-то, вот как было в истории с солдатиками, ну, вот я не могу это не сказать. Теперь пляши. Что, письмо? И письмо, и пополнение. Бойца я тебе привез на подмогу. Да ну? И кто такой? Рядовой Новиков, хороший хлопец, в принципе. Там сейчас бочки с отходами разгружает. Товарищ Саша Клад, раз такой хороший, что же вы сюда прислали? Тормознул ты слишком. Салага 2 месяца как призвался, а на приказы старших плохо реагирует. Вот командир побаивается, что пришибить могут. А у нас в части Хрустяшин борьба с неуставными взаимоотношениями. Понял? Так точно. Если понял, действуй. Здесь. Новиков. Я. Здрасте. Не здрасте, а здравия желаю. После того, как разрешите войти. Понял? Извините, нет. Мне показалось, что вы сами меня позвали. А если так, то зачем же спрашивать разрешение вторично? Это, по-моему, нелогично. Нелогично? А нечего здесь логику искать. Здесь армия, а не шахматный клуб. Понял? Извините. Фу ты, ладно, разбирайтесь сами. Все равно артист, вот вы говорили об этом, правильно говорили, с моей точки зрения. Артист, который берется за постановку, это чувственная история. То есть весь опыт накопленный, вот Тарас говорил, на актерской работе он помогает более точно и более чувственно реализовать замысел. Это все равно две такие параллельные галактики, они... Вот актерская режиссура, вроде она как бы актера соединяет с режиссурой. С моей точки зрения, это параллельные вещи. Я знаю! Я чувствую! Перестаньте ныть и встаньте с колен. В роли молящихся вы с вашим братцем не убедите. Спокойно. Да? Сестра Фостер, я просил вас не беспокоить мистера Пигдера. Поаккуратней, брат. Ну и что, что истерика? У его мамы всегда истерика. Ничего. А я вам говорю, не ваше дело, на ком он женился. Вы с ума сошли? Мистер Пигден вернется домой, когда исполнит супружеские обязанности. Тобто, до певної міри, це якесь таке хобі, яке виникає. Ну, можна так і ти сказати. Можеш собі дозволити ловити натхнення. Тобто, ставити тільки тоді, коли когда, тебе... Да. Да, не як професія, що ти мусиш. Мусиш чи не мусиш. Ну, це так относительно, да. Ну, в моєму случаї, це так. А Ігор Миколаєвич хоче не погодитись. Ні, не в цьому діло. Тобто, це не просто от я по вдохновенню, я актер, і от я... Право на постановку надо как-то его получить. А это уже социальные проблемы. Слухайте, это уже проблемы театральной жизни. Режиссеры работают в театре и не завжди могут поставить выставу. Треба стоять в черзі. А как тогда актеру пробиться в этой ситуации? Вообще не стоит в очереди. Він без черги ставить выставу, так? Приходится самостоятельно договариваться с актерами за свои деньги, за свое время. Тратить на это время и пытаться сделать что-то такое, а потом показать, доказать, что этот спектакль может существовать.
Может, я мне просто... сейчас не хочу говорить, потому что я уже перешел на режиссерскую ставку. Я полностью режиссер-постановщик. У меня есть свой план в театре, и тут никаких проблем у меня нет. А поначалу это очень сложный процесс, и это головой надо пробивать. То апрельское утро в душе Лемареса что-то дрогнуло. Он как раз подрядился вскопать соседки на огород. Да. Конечно, лопата не его инструмент. Но Зинаида, солдатская вдова, была женщина добрая, мягкая. Работала в пекарне. Так что за огород по краюхе хлеба уже можно было быстро заплатить. Что такое? Ну ты злишься, ты шо? Ты что? Иди ты злишься! Господи, иди! Вечеря! Ігорю Миколаївичу, а в вашому випадку як було? Ви чому прийшли в режисерську професію? Тому що вам було мало тих ролей, які ви отримали. Це були не ті ролі, які ви хотіли отримувати. І ви шукали якось творчого виходу? Чи да причина нет. інша? Ні, думаю, що не це. Думаю, що... От я согласен з Кириллом. Тобто, що коли тісен тебе актерський костюм, коли ти хочеш розказати гораздо більше, ніж можеш розказати в актерській професії, тогда идешь в режиссуру, тогда начинаешь создавать уже свое дело, свой спектакль, в общем-то, и пытаться рассказать это людям, донести. Вы не шкодуете? Вы сказали, что вы перейшли в режиссерскую профессию, что вы залишили акторство. Не шкодуете за это? Нет, я нет, ни капельки. Дело в том, что, наверное, как бы это подспудно существует в каждом из тех, кто из актеров перешел в режиссеры. Так или иначе, он подсознательно, а может и сознательно, к этому идет на протяжении своей жизни. Когда он переходит в режиссуру, это не имеет никакого значения. Но это певні актеры. Не все ж переходят в режиссуру. Не все, конечно. Потому что есть люди, которые, ну, они рождены актерами, они должны там оставаться. Вот. Я, наверное, готовился к этому с самого начала, потому что все время занимался этим самостоятельно, в каких-то других, тогда еще у нас было при советской власти много всяких там домработников искусств, домактера там и так далее, и так далее, и там все время варилось что-то, и мы все время варили, вот, что-то там создавали, какие-то композиции, какие-то так, и так потихоньку, потом была очень распространена такая схема самостоятельных работ, и вот из всего этого комплекса в результате вот вылилось то, что мне, наконец, Малахов доверил. Это моя первая была постановка в 88 году, доверил. А что это была за выстава? Это спектакль по поэзии Владимира Семеновича Высоцкого «Но я приду по вашей душе». Он 16 лет потом прослужил в репертуаре уже, потом просто по возрасту мы его сняли. Дякую. Мы зараз зробимо невеличку паузу на рекламу, а потім продовжимо нашу програму. Ми продовжуємо програму «Третій дзвінок», у якій ми сьогодні говоримо про такий термін, як акторська режисура. Намагаємося дізнатися, що це таке. І у нас на скайп-зв'язку зараз є Андрій Романій, він заслужений артист України, актор Донецького музично-драматичного театру. Пане Андрію, вітаємо вас. Здравствуйте, я вас слышу, да. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от ваш режисерський досвід, з чим він був пов'язаний? Чому ви звернулися до режисерської професії? Ну, понимаете, я бы не очень хотел об этом говорить, потому что у меня так случилось, что это... Я выручал постановку. Так получилось, что режиссер зашел, у него случился творческий кризис, вот, и ничего не оставалось, поскольку билеты были уже проданы на премьеру. Мне пришлось срочно в это дело включаться. И дальше разбирать эту тему я не хотел бы, потому что, к сожалению, этот человек уже ушел в другой мир, и я не хотел бы об этом говорить, потому что это все очень больно для нас, актеров. Ми розуміємо. А скажіть, будь ласка, а ваше відчуття, от коли ви приміряли режисерську мантію, це ваше чи виявилося не ваше, як ви вважаєте?
Вы понимаете, дело в том, что мне кажется, что актеры уходят в режиссуру только потому, что они до конца не востребованы именно как актеры. Потому что, вы понимаете, актеры – люди подневольные. То есть нам всегда дают, мы не выбираем. Отказаться от роли мы не можем. Не выполнить задачи режиссера, какие бы они ни были маразматические, мы тоже не можем. Поэтому... Иногда бывает такое, что там взяли Гамлета, Шекспира, ты об этом мечтал всю жизнь. Пришел какой-нибудь маразматик, понимаете, поставил, сказал, что ты сыграешь Гамлета, но он у тебя будет наркоманом, педофилом и будет ходить все время на четвереньках голый, понимаете. И ты вынужден это делать. Ты, с одной стороны, понимаете, вот так вот рушатся мечты. Я это говорю не обо всех режиссерах, потому что, понимаете, я в театре уже служу, вот в следующем году, 1 марта, будет 25 лет. И значит, я имею право хотя бы на субъективное, но на свое мнение, которое я могу высказывать. Я работал с прекрасными режиссерами, с Дзекуном, с Аркадием Школьником, с Моисеевым, с Негреску, с Курман. То есть много было режиссеров в моей жизни. Эти режиссеры, они знают, чего хотят. И с ними работает одно удовольствие. И видя, как они приходят, какими подготовленными они приходят на репетицию, как они идут от актера, понимаете? Я никогда бы не хотел быть в их шкуре. Потому что это огромная ответственность, это огромный процесс, это огромная подготовка, понимаете? Они, режиссер, он организатор, он должен заразить своим замыслом всех артистов. Вот так, как умеют эти люди заражать. Понимаете, безусловно, актер тоже приносит что-то свое. Говорит, а можно вот я здесь там залезу на колонну или запрыгну на балкон? Режиссер говорит, это великолепно, это прекрасно. Это такое у меня было с Шулаковым, Царство Небесное. А потом он показывал мне свои блокнотики, где у него эта мизансцена была записана. Понимаете, совпадание такое. Что актер сам делает то, что они хотят делать. Поэтому я считаю, что актеры, режиссеры идут от бедности. От безысходности. И, безусловно, мы, допустим, есть там Михалков актер и Михалков режиссер. Пускай он меня простит. Но артист он лучше, понимаете? Спасибо. Каждый занимается своим делом. Каждый занимается своим делом. Дай бог, чтобы режиссеры вот были профессионалами. От которых я чувствую себя великолепно, очень уютно. Чувствую себя на сцене. По необходимости... приходиться займатися режисурою. Спасибі вам, пане Андрію, спасибі. Але знаєте, от те, що ви розказали, мені нагадало іншу історію. Анатолій Георгійович Хостікоєв поставив виставу «Кінь четвертий», так би мовити, навздогін тому задуму, який запропонував Сергій Володимирович Данченко. І він так само, як і ви зараз, він казав, я більше в режисуру ніколи ні ногою. Але він після того успішно ставить вистави. Хто його знає, як складеться і ваше подальше творче життя? Знаю такие вещи, когда вот у нас ставится спектакль, да, ставит его режиссер Кравчук, ставится учитель танцев, и он долго думает, откуда выйти папе, так сказать, Фелисьяны. Вот они думают с художником, это идет, и полчаса они об этом думают. Потом исполнитель роли отца им говорит, что послушайте, есть предложение. Я выйду с левой части, вот из самой крайней кулисы, вот я из глубины появлюсь. Они говорят, это гениально, это великолепно, это будет символизировать вход того мира, этого мира. То есть там идет какая-то полемика опять, и 40 минут он говорит, подождите, Игорь Иванович, а почему вы оттуда именно выходите? Он говорит, у меня здесь гримерка рядом. Чудово. Понимаете, то есть иногда режиссеры просто настолько не подготовлены, что актерам приходится в это влезать. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що вкинули нам цікаві думки сюди в студію для обговорення. Будемо продовжувати. А вам хай щастить і гарних вам ролей, і чудових режисерів, які вас розуміють. На все добре, до побачення. До побачення. Чи потрібно актору, який прийшов в режисуру, якщо він хоче продовжувати рухатись далі в цій професії, чи потрібно отримувати ще і режисерську освіту? От мені цікаво, як у Кирила відреагував його викладач Михайло Юрійович Різнікович на ваш такий похід у режисуру. Він вам пропонував вчитися далі. І взагалі, як він на це відреагував? Тому що його вчитель Товстоногов свого часу сказав, я актора Юрського розумію, знаю, люблю, але режисера Юрського я не бачу. А що вам сказав його вчитель? Ну, це звісна історія, Юрський і Товстоногов. Ну,
Во-первых, а может и во-вторых, и в-третьих, жизнь течет, все меняется. Когда рождались, ну, режиссеры уровня Товстоногова, Эфроса, был другой театр. Когда рождались артисты уровня Юрского, Ефремова, было другое поколение. Не хуже и не лучше, просто было все по-другому. И сама жизнь, которая в этом периметре, который сейчас называют постсоветским пространством, она диктовала совсем другие, ну, импульсы человеческие, чтобы выжить и так далее и тому подобное. Сейчас все по-другому, все открыто. И поэтому, когда был мой первый опыт со спектаклем «Солдатики», Михаил Юрьевич очень поддержал этот спектакль и то, что случилось. Разговоров о дальнейшей, ну, моей судьбе в качестве режиссера не было, потому что это не было на повестке дня. Я востребованный артист, и то, что я говорил в начале нашего разговора, в моем случае соответствует действительности. Нет необходимости в данном случае, ну, в театре Леси Украинки, в актерской режиссуре. То есть, если у меня рождается, у меня или вот у Ирины Михайловны Дуки, есть актеры, которые ставят в нашем театре. Вы можете ставить. Какой-то задум, и вот когда вот, ну, распирает, ну, не могу не сказать, всегда есть возможность этот замысел реализовать. Дверь закрыть надо. Они с минуты на минуту могут появиться. Не нужно дверь запирать. Пусть не думают, что мы их боимся. Эх, Андрюха, дать бы кому-нибудь напоследок по морде, чтобы не обидно было. А я драться не умею. Я знаю. Ты хоть кричи громко. Попробуй. Андрюх! Что? Не в службу, а в дружбу. Под шейном подворотнички свежие. Чтоб в чистом были. Давай. Тарасе, а як у вашому випадку? Потрібно вчитися далі? Потрібно ставати фаховим режисером? Вчитися треба завжди. Бо завжди є якась царина, в яку ти ніколи не ступав. І ти не знаєш, що там відбувається. І навіть працюючи, а я працював якраз з таким режисером, починав працювати, як, скажімо, той же Федір Стригун, якраз яскравий представник акторської режисури. Акторської професії в режисурі. От. І, тобто, ти вже відчуваєш якісь моменти, щось таке. І тому я вирішив піти вчитися. От зараз я навчаюсь на другому курсі заочної режисури у Ігора Афанасьєва і педагог з майстерності актора. Ігор Славінський. А, тобто актор пішов вчитися режисуру, а в нього є педагог з майстерності актора. Щось можна розказати нового? Ну, це відчуття молодості. Я вам що скажу, це коли там в часі зі мною молоді люди, які взагалі з театром не мали зустрічі раніше в такому розрізі, то це дуже надихає. І змушує, в принципі, вмикати якісь такі ресурси і якісь... Оцей спокій, бо працюючи в великих театрах і будучи затребуваними акторами, ти входиш в якісь таке русло, ця повноводна ріка, і ти в ній, у тебе десь є своє місце в фарватері і так далі. А тут такий струс. Я не знаю, що. Вообще,
Я даже не знаю, как определить при поступлении. Сколько, я, слава богу, не участвовал в этих... Я первый раз, в общем-то, преподаю впервые, то есть, на режиссерском факультете. Игорь Яковлевич Афанасьев, он занимался набором, а я этим не занимался. Вот. Но как определить, есть данные или нет данных у того или иного абитуриента поступающего, я не знаю. Как актерский определить, я знаю, я понимаю. Ну, з актором, який вчиться на режисурі, з ним складніше працювати. Він же може і посперечатися з вами. Так дуже хорошо. Сказати, що є в мене своя власна думка. Дуже хорошо. І слава Богу, що є своє мнение, він должен іменно этим займатися, это розвивати. Я же не должен ему ничего навязывать. Я могу дать какие-то, ну, наводящие там ниточки, за какую ниточку дернуть, чтобы понять, как разобрать то или иное произведение, а дальше уже решай сам. Как его решить, как его поставить, в какую, то есть, в какую форму облечь и так далее. И слава богу, если этот человек действительно, ну, как бы из театра, то есть что он знает подноготную театра, он понимает это, с ним легче, легче. Потому что, ну, а что касается возраста, возрастной категории, вы знаете, когда-то был революционный шаг со стороны Нелли Влада, Владимира Александровича Нелли, знаменитого режиссера, который во всех энциклопедиях, в общем-то, революционный действительно шаг, когда он принял к себе на курс мальчика после школы, 17-летнего мальчика. Звали его Виталий, фамилия его Малахов. Это действительно так было. Сейчас почему-то на это не смотрят. Я все-таки склонен к тому, что все-таки опыт жизненный очень важен для режиссуры. Почему актеры многие не сразу идут? Ну, разве что, вот, к сожалению, не смог с нами быть сегодня Андрей Белоус. Вот он буквально сразу после окончания он поступил на режиссуру. Ну, это тоже обстоятельства как-то его, видимо, вели, и он к этому готовился, наверное. Его не взяли актором у «Молодий театр», він сказав, що ноги його не буде в цьому театрі більше ніколи. І це той приклад, яка... І це той випадок, що людина пішла з акторської професії в режисерську, ніби як від безвиході, тому що не було роботи, а треба було далі щось робити, він людина достатньо діяльна. І тепер він художній керівник. Керівник того театру, да, про хорошо, який він проїзд, казав, що ноги театра, моєї да. тут не буде. Да, конечно, він звалив на себе огромную, конечно, тяжесть. Но он готов. Ви знаєте, однажды в своїй книге Жан-Луи Барро написав, когда я понял, что могу отвечать за судьбы людей, я создал театр. Я не могу отвечать за судьбы людей. Я только в рамках спектакля, поэтому я никогда не буду руководить театром. Верочка, дорогая, ты чудная, умная, добрая, хорошая, заботливая. Я верю, что не корысти ради. Ты также знаешь, что ты после моей смерти унаследуешь молчи. Унаследуешь все мое состояние, Верочка. Поэтому я хочу просить у тебя прощения. Прощения за то, что я одну свою вещь. Господи, куда же я? Верочка, вот это кольцо. Я хочу отдать его Макару. Да. Тетя, молчи, Верочка, вот Макар. Знаете, мне сказали, что этот бриллиант стоит 30 тысяч долларов. Вы сможете продать кольцо, вернуть все ваши долги, остальные деньги отдать Верочке. Тетя Шура. По-моему, там кто-то стучится. Точно стучится. А уже от перейшовши, спробувавши режисерського хліба, ще не повністю перейшовши якби в режисерську професію, ви в акторських своїх роботах маєте оце власне режисерське око, яке, можливо, заважає? Є, звісно, коли це розходиться з баченням режисера-постановника. Ну, це от том тумблер, про який ти говорили, Каспен, що є тумблер, от коли ти вкл-викл, тобто ти режисер, або ці стрілки так тебе переносять на режисерську. І це дуже чітке розмежування. Як Кирило казав, це паралельні світи, вони дотичні, вони дуже близько, але вони паралельні. І іноді ти сам собі шкодиш, так, скажімо, ти щось починаєш якоюсь режисурою, або навпаки себе гальмуєш, задля того, щоб не влазити на чужу територію.
і довіряєшся, а треба було щось вмикати. Там. А вам, Кириле, доводиться дивитися на себе вже зі сторони режисерським оком? Ну, чи ні? Мені мої заняття режисурою в актерской роботі допомагають. Потому что, ну, такое существует понятие, что актер занимается только своей ролью и большой молодец, а режиссер занимается всем спектаклем. Ну, и часто тоже большой молодец. И как только расширяется диапазон, я, играя роли в качестве актера, уже все равно чуть больше, чем просто артист. Это тоже вот трудно объяснить. Чтобы не уходить в дебри профессиональные, но актерский объем в моем случае увеличивается. То есть мне комфортнее на сцене быть актером, когда я еще немножко занимаюсь режиссурой. Джордж, вы должны были быть на полпути к парку! Он восстал! Джордж! 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 Не трогайте! Кто? Ну, это кто? Ну, кто в коляске? Ваш брат Фред! Будьте добры, оставьте нас наедине. Мистер Лыни, он поднялся на ноги! Что? Значит, ваш брат был не так уж пьян, протрезвел. Благодарю вас. Только я хотел вкатить его в лифт, как он... Не мог он встать, понимаете? Не мог он встать! Господи, ну почему же нет? Ради бога! Что сделали вы? Я удрал. А он? Он нажал кнопку и поехал вниз. Господи, его же может стошнить прямо в вестибюле. Мистер Уилли, а что если это призрак? Он же к нам теперь всю жизнь будет являться. Не болтайте глупости, просто он не умер, вот и все. Вы думаете? Да, и это не очень хорошая новость. А по мне очень даже хорошая. Для трупа хорошая, для нас с вами плохая. Нет, это же... Это же просто отлично. Это же мне теперь не нужно везти его в городской парк. Я могу вернуться домой, к маме, сменить сестру Фостер. Похоже, от радости вы окончательно перестали соображать. Если он жив, он же может все рассказать про меня и мисс Уорзингтон. Кстати, вы случаем в коридоре не встречали мистера Уорзингтона? Да, встретил. Да? Мне показалось, он был в ярости. Вам не показалось, он ищет этого негодяя Пиггера. А, ну да, меня. Да нет, про вас он думает, что вы Ньютон. Ще одна пауза в нашій розмові на рекламу, а потім ми продовжимо. Ми продовжуємо програму «Третій дзвінок», у якій ми сьогодні говоримо про акторську режисуру. І таке трошки каверзне питання. А ставлення ваших колег-акторів? Ну, диви, вибився, да? А тепер він нами керує, а тепер він нами командує. Є щось таке чи немає? Звісно. Да? Звісно. Это присутствует обязательно, это даже подсознательно, даже друзья твои будут подставлять тебя. Это вот я говорю это, в общем-то, актерам, которые собираются идти в режиссуру. Будьте готовы, надо быть готовым. Да, когда садятся, говорят, ну, давай. Ну, ты же там что-то хочешь. Ты мне скажи, я сделаю. Невозможно так работать, потому что создание спектакля, вообще театральное дело, это коллективная работа. И вопрос вот о чем говорил, ребята говорили о том, что режиссер должен собрать, ну как бы зажечь всех этих, да, этим. Но когда такое вот отрицание, а к этому надо быть готовым, к сожалению, это часто и очень часто случается. А інших акторів під рукою немає, всі тільки такі? Ні, ну надо работать в других театрах. Чи є однодумці? В Донецком театрі я ставил спектакль, у меня не было никаких проблем. Или я в молодом театрі ставлю спектакль, или я в других театрах. Никаких проблем. У меня нет проблем и сейчас в нашем театрі на Подолі, но тем не менее это бывало такое. Але насправді це ж велике нахабство. Вчора ми були ще колегами-акторами. А чому це раптом ти сьогодні вирішив, команди, що ти можеш вирішувати? От підіть, будь ласка, туди, пройдіться туди, скажіть тето. І оця відповідальність, чи в межах однієї вистави, чи в межах життя цілого колективу, її треба на себе брати. І якось долати, напевно, цей спротив. Це прикладно все, да. Але якщо ти здатен переконати... Тебе полюблять і тебе підтримують. У вас була команда однодумців, як не треба було ламати чийсь спротив і комусь щось доводити, коли ви ставили свої вистави? В моєму випадку, звісно, так. Да. Іначе би я просто в це плавання
пошел. Вы бы одразу втекли с режиссерской профессии. Дело в том, что, ну, наверное, во многих других театрах тоже есть такое, но у нас очень развит дух самостоятельных работ. Поэтому как-то и вот мой первый спектакль «Солдатики» — это фактически самостоятельная работа. То есть это не через доску, ну, как бы коллеги меня поймут. Это было бажання, не тільки ваше. По вечерам, свободное от репетиции время. Поэтому такого вот еще клин режиссер-актер, его не было, потому что мы это делали как самостоятельную работу. И это самый главный для меня импульс, начинать или нет. Потому что, еще раз повторюсь, для меня режиссер — это профессия, а актер, который пытается ставить спектакли, это все равно, ну, хобби. Шире, чем хобби, но ще не это професія. Порыв. А порыв, ну вот сейчас прозвучала фраза, что режиссер всегда знает, что должен знать, что ему нужно делать. Очевидно, да, режиссер знает, что нужно делать, а актер, который пытается ставить, он чувствует. И когда вот он чувствует, ему без сочувствующих ему людей невозможно. Это какой-то птичий язык, когда ставит актер. Это, ну, зачастую, как мне представляется, это на таких очень тонких, со стороны даже антипрофессиональных вещах происходит. И поэтому это чувственная история, прежде всего. Тарасе, а коли чоловік актор, дружина актриса, і чоловік ставить виставу, в яку запрошує дружину актрису, це екстремальна, я так зрозуміла, ситуація. Це неймовірно важко. По тому, як він закрив очі. Окрім того, що там, скажімо, треба ж, бо ми живемо в таким вахтовим методом, у дружини вистава, я перехоплюю дітей, потім вона, а тут коли... А тут разом. Ну, але, слава Богу, і те, ще й тесть актори. І вони... Але навіть справа тут не в розкладі дня. Ставлення до жінки передбачає, тобто немає жодної гри, немає чогось, ніякого вдавання. А театр – це все одно мистецтво, це якась гра. І от коли навіть от мені доводилось грати любовні сцени з дружиною... І самому при цьому бути режисером. І режисером – це мама рідна, це... А одного разу ми знімалися в програмі, де треба було поцілуватися. І у нас є такий принцип, що, в принципі, даруйте тавтології, актори не цілуються так по-дорослому. Ну, вони вдають. І от, але ж ти дружина, я можу з нею поцілувати. Але в кадрі вона до мене прихиляється, і ми так... І поцілунку не відбулося. Це дійсно, це дуже непросто. А ще кажуть, що телебачення – великий обман. Театр ще більший. І так ще, звісно. І жінку треба навчитися бачити свою в якості актриси. Ти її кохаєш, все, але для неї треба теж придумати це якесь чудо, і цю чуттєву пташину мову, про яку Кирило каже. Але принаймні ваша вистава «Агосфера», вона була того варта, і вона вдалася, і ви отримували призи на фестивалях. Але дуже, я тоді ще подумала, яку складну задачу перед собою Тарас поставив. Сам режисер, сам грає, ще й для дружини. Хочу щось добре зробити, зроби сам. Карольо. Що? Скажи. Ну що тобі сказати? Ти любиш мене? Що ти питаєш? Скажи. Тоді поцілуй так довго-довго, як колись. Я маю нежить, я боюся тебе заразити. Зостанься обідати сьогодні з нами, зостанеся. І Юлька ніде не піде. Зостанься. Ти добре. Та добре, вона, тобто, ні, пробач, я дякую. Тобі дякую. Зараз я йду готувати сніданок. Я не знаю, этот фрагмент, может, вы вырежете из программы. Ни в якому я раз. Изобрел новую профессию, не режиссер, а частосер. Мне сложно говорить об этом, потому что 6 премьер за этот год. Я параллельно работаю постоянно над 2-3 спектаклями. Вот сейчас у меня на выпуске один спектакль, это студенческий «Антигона» Жана Ануя. В запуске
ну, будем так говорить, по материалам, по одной из книг Михаила Михайловича Жванецкого, спектакль для театра «Актер». И сейчас мы начали работать уже довольно плотно с новым романом Анатолия Крыма, который посвящен... Это сатира, причем жесткая очень сатира. Он посвящен воскрешению в наше время Тараса Григорьевича Шевченко. И к 9 марта мы надеемся выпустить премьеру. Вот такая вот такой... То, что... Но что получится из этого, я не знаю. Это не обязательно, что это должно выйти. Дякую. Я була рада це почути, що навіть ті, які сказали, що вони так спорадично себе відчувають у режисерській професії, все-таки мають великі плани. Я дуже рада, тому що зараз у цій студії дуже талановиті люди, і я хочу, щоб у вас все склалося так, як ви бажаєте, так, як ви мрієте. Хай вам щастить. Спасибо. Це була програма «Третій дзвінок». Дивіться нас і йдіть у театр. До побачення.